Вчера на территории поселка Цабанабалка в вечернее время было зарегистрировано ДТП с участием ребенка, в результате которого ребенок был доставлен в городскую больницу с многочисленными травмами. Отдел ГИБДД призывает пешеходов к соблюдению правил дорожного движения в связи с погодными условиями, то есть темного времени суток, использовать световозвращающие элементы на одежде, переходить проезжую часть в установленном месте, ни в коем случае не переходить перед движущимся автомобилем, и также перед переходом проезжей части убедиться в собственной безопасности. Новогодние каникулы завершены. Школьники вновь вернулись за парты. Этой категории пешеходов ГИБДД уделяет особое внимание. Будет организовано дежурство около образовательных учреждений и других социальных объектов. Также предполагается проведение специальных рейдов. Сотрудники полиции совместно со специалистами отдела по делам несовершеннолетних будут выявлять школьников, которые нарушают правила дорожного движения. Родители виновников ждет штраф. Отдел ГИБДД в очередной раз призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, быть внимательными при проезде территории, обозначенными знаком «Дети», дворовых территорий, при проезде пешеходных переходов.